Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, друзья, мы с вами, короче, в прошлой серии сходили, нашли документацию, нашли КПК некой группы, короче, которую отправил Сахаров. Всем пожаловали в мою скромную лабораторию. Которую отправил Сахаров на поиски там чего-то. Вот, они все погибли, короче, от лап собак. И теперь мы нашли, короче, забрали документацию, которую... они пошли, короче, найти эту документацию, вот, а когда они начали выходить, их атаковали собаки, короче, они погибли, вот. Мы забрали эту документацию, принесли Сахарову, и Сахаров, типа, говорит, нам нужно отправиться к отряду левши, к некому левши, вот они здесь, и отправиться, собственно, в сам комплекс. Только я не могу понять, он говорит то, что когда туда приходишь, там пси-излучение и всякая такая херня. Вот. И мы можем превратиться в зомби. И причем, при всем при этом, короче, он не дал нам никакого костюма, там ничего вообще не дал. Вот. Как-то так. Робот тут мешает. Так, патроны мы у него купили, короче, КПК я не знаю, я оставил, вроде бы как бы мы ему отдали, а КПК у меня все равно осталось. Так, ну в принципе у него купили все, давайте отправимся, сразу отправляемся туда на в комплекс. Левша, мои данные свидетельствуют, что пси-излучение генерируется неизвестной установкой, расположенной под заводским комплексом. Параметры пси-поля нестабильны из-за сбоя системы охлаждения этой установки. Ваша задача – осуществить перезапуск системы. Отправляю вам все данные. Обратите внимание, на схеме указаны два клапана, предназначенные для перезапуска. Открыть нужно оба. Занимайте позицию, а я подам сигнал, как только интенсивность пси-излучения снизится до минимума. Хорошо, профессор. Будем готовы и по сигналу начнем. Короче, я чувствую, короче, мне вот эти вот клапана придется самому все это крутить. Я думаю, что отряд левши погибнет. Почему-то вот я так, мне так кажется. Здорово, наемник. Во время операции четко слушать меня. И чтоб без самодеятельности. Кстати, вы написали в комментах, чтобы я вернулся к долгу и подремонтировал оружие. Я, в принципе, хотел это сделать, но так подумал, то что, ну, бляха... Денег мало, тратить на проводника, а если пешком идти, то это долго, короче, ну, я думаю, кого-нибудь найдем, как-нибудь прорвемся. Так, что там? Тебе надо? Да, левша. Наемник, я получил информацию от Сахарова. Ну и каша тут творится. Видишь разлом в стене? Нам туда, самый короткий путь к установке. Ты следуешь за мной и не суешься вперед, ясно? Мы с ребятами уже сработались, а ты будешь только путаться под ногами. Ясно. Посмотрим, какие вы. Уровень пси-излучения минимален. Начинайте операцию. Все наши надежды только на вас. Удачи. Отряд, выдвигаемся. Посмотрим, какие вы. Супер-пупер. Кстати, это долговский костюм, да? Давайте, я за вами, давайте. Ну чё встали-то? Ну чё встали-то? А ты чё встал? Иди давай, иди. Мне сказали последним идти. Давайте. Чё сидим, бляха? Ну? А вы чё, самый умный? Давай. Иди. Ну-ка. Чё сидим? Давай вперед. Дмитро, давай. Самый умный? Давай, ну, туда, давай. Давай, я за тобой. А чё так нехотя? Такой, типа, знаешь, типа, не при делах. Сейчас они там все разберутся, этот такой выскочит, там, последнего убьет, типа, хо, я там с вами буду, все. Так. Вот клапана какие-то, нет? Тихо. Смотри, уже двоих замочили. Или это зомби? А, это зомбированный. Давайте там, разбирайтесь, я пока лук пособираю.
Ну? Скажите мне класс, ну? Че, нихера не может? Да дайте пройти-то! Батька покажет. Я застрял в этих улыбках! Нормально, я застрял! Да в смысле? А, это свой! Это свой, бляха, я все об... я целую обойму в него выстрелил. Давайте, давайте, идите. Чисто, идем дальше. Да хорош, ну. Да, зомбированная не настолько пустые, что... что брать нечего. Ладно. Я так буду помогать по чуть-чуть. По чуть-чуть буду помогать, чтобы это. Ну, как бы немножко побыстрее. Ну, вот здесь какие-то дротики есть. Да бляха, ну хватит, ну! И чё встал? Привет, здорово. Фига, они еще, смотри, по этим, по всяким штукам лазит. Давайте, пока. Пока вы там забираетесь, я здесь посмотрю, полутаю, может что интересное нажить. Ротики. Ну что? Ну что? Ну. О, другое дело. Костюм заел, видать. Мы почти на месте. Повторяю еще раз. Наша цель – закрыть два клапана и перезапустить охлаждающую установку. Просто дай. Двое клапану, двое Славик гроб. Наемник, твоя позиция на крыше ангара. Прикрой оба отряда. Давай, я понял. На крыше ангара, на крыше ангара. А ангара, крыша ангара где? Вот там. Я понял. Так, а погоди. Это вот этот ангар. А как мне в него попасть? Стой! Я не в ангаре! Погоди! Погоди ты! Я не в ангаре! Да я ищу вход! За тобой? Погоди! Я вход ищу в ангар! О! Нашел! Нашел! Ааа! Зачесался нос! Ой! Время-то пошло! Клапан закрыт! Начинайте активацию! Давай! Время-то пошло! Че, из-за тобой, да? Да блядь, вас, собака! Стой, без меня не начинай! Не начинай без меня! Я споткнулся от твою пятку, короче, и это, упал. Стопай, тихо. Позицию. Сейчас заживем. Заживем, говорит. Так, ходи. Готово? Просто сдерживать, короче, понимаю, да? Давай, сейчас кончу. Это свой. За трубой спрятался. Заживем! Давай. Две минуты успеем, нет? Я еще сохранился, короче. Готово? А в смысле? Готово. Что там крутите вы? Винтель-то крутите, нет? Самого ближнего. Хорошо. Надеюсь, патронов у меня хватит. Давай, что там крутишь, нет? Что такой долгий-то? Погоди, или вот это вот время надо продержаться, или просто... Или за это время надо успеть. Хорошо.
Выноси, сволочей! Патроны кончаются, патроны у меня кончаются. Так тебе, сволочь! Ай-яй-яй-яй-яй, еще клинит все. Вот здесь бы не помешала какая-нибудь снайперка. Вот вашу! Кончай, гадам! На, хватай! Кладем их всех! Так, хорошо. Скушай, скотина! Мать вашу! Давай, чуть-чуть осталось. Я думаю, что это надо продержаться за это время. Кончай, гадам! Чуть-чуть осталось. Давай, у меня патроны кончаются, стреляй! А что там? На, хватай! Хорошо. Скушай, скотина! Так тебе, сволочь! Хорошо. Ходи, брыкается. Гадам! Брыкается. Он еще лезет. Да ёпте мать! Кладем их всех! Кончай, гадов! Готов? Того чё, сами зафигарили? Отлично. Давай, чуть-чуть осталось. Отлично! Охлаждающая установка работает как надо. Все поле стабилизировалось. Теперь мы выбираться. Бляха, 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 бляха! Там снизу, там снизу! Мощность излучения начала снижаться. Следовательно, установка стала работать стабильно. Надеюсь, теперь Янтарь станет более спокойным местом. Приемник, спасибо вам. Кстати, о стрелке. Я получаю четкий сигнал. Судя по этим данным, он совсем рядом с вами. Направляется в сторону рыжего леса. Рыжий лес. Ты отлично, что мне идти в рыжий лес? Отряд, выдвигаемся! Все, отлично. Мне надо идти в рыжий лес. Это... это вон туда? К этой охлаждающей остановке? Погоди, ты кто? Говно. Так. Батон, канистра. О, консерва. Канистра. Так, ладно, надо теперь спускаться. Бляха, у меня патроны все. Надо срочно рыскать по эти крупы. Что они там теперь эти? Сами по себе, да, эти сталкеры? Плохо. Так, ты тоже плохой? О! Пуля прилетела. О! Леха. Все не то, все не то. Все не то. Так, ладно. Берем, короче, ружье. Патронов нет. Ну, мало, точнее. Они не спасут. Ёпти, 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 кто, 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 кто? Вот тебе граната говорит. В смысле? А тут что-нибудь есть? О, отлично, патрончики хоть чуть-чуть. Сколько взял? Ой-о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 й. Ладно. Рыжий лес, так рыжий лес, короче. Название-то придумали. Рыжий лес. Ну, наверное, там то, что, наверное, эти листья золотистые, как осени. Поэтому рыжий лес. Это мне все... Лебедев мне все говорит. Стрелок, ёпти мать, бежит. Я его вижу. Тихо. Че у меня? А, это после того этого. Стрелок. Сейчас догоним. Тихо, там рычит еще кто-то. Наемник, прекрати погоню, иначе погибнешь. Со мной стрелок разговаривает. И раз, два.
И раз два я погибну. Где ты? О, вижу. Ата. What the fuck? В смысле это он? Засада. Засада. Надо аккуратно. У меня патронов, короче-то, все. Нет. Так. Тебе бы одного-то видно, нет? Ни одного не вижу. Смотри, смотри, сиди. Я. Главное, чтобы гранатами не кидали. Так. Кто? 9 человек. Там наверху по-любому есть. Стрелка. Так, где еще? Куда вы еще где-то есть? Что, где? 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 Явнюк. Где ты? Дружище, выручай! Тут монстров, с ума сойти! Одни мы не продержимся! Быстрее! Наемник, это стрелок. Панель я подорвал, так что остановить меня не получится. Я все равно попаду в центр зоны. Чего бы мне это ни стоило. Ох ты, ублюдок. Помоги нам, а то будет поздно. А кто? Сигнал стрелка пропал. Мы упустили его. Он ушел в сторону выжигателя. Это там народ, смотри. Одни мы не продержимся, быстрее. Выжигатель без прототипа. Верная смерть. Единственная для нас возможность догнать стрелка — пройти через Лиманск. В сторону города ведет тоннель, он сразу за мостом. Это единственная известная дорога в город. Опустить мост можно только с другого берега. Но его контролируют бандиты. Ты где? Ёлки. Ведь должен быть какой-то способ перебраться на тот берег. Может, есть другие варианты, не только мост? Так... Если кто и поможет попасть в Лиманск... Одни мы не продержимся! Быстрее! Говорят, этот старик может найти безопасную тропу даже там, где раньше не бывал. Лачуга старика находится на окраине Рыжего леса. Наемник, найди лесника. Наши хвалят! Ты где? Лёха! Одни мы не продержимся! Быстрее! Одни мы не продержимся! Быстрее! Да заткнись ты! Ёпти мать, а! Сейчас приду. Иди на сигнал СОС. Сигнал СОС, а это что? Иди на сигнал СОС. А это? Иди на сигнал... Приди на помощь. Ведьми круг. Помоги нам, а то будет поздно! Сейчас, погоди, там целый час. Так, аптечка, хорошо. Еще аптечка, да? Закрыто. Так, сейчас еще наверх залезу. Как тут? Провалено. А, убили что? И хер с ним. Гриша гость. Так, это мне не надо. Не стреляй. Кто вы такие? Обычный сталкер нам стрелок предложил подзаработать. Почему вы напали на меня? Стрелок сказал, что за ним охотится, ему нужна защита. Мы решили, что ты киллер. Понятно. Киллер. Так, куда ушел стрелок? Я не знаю, он не говорил, куда направляется.
точно-точно ничего не говорил. Может, у тебя дурь через дырку в голове выйдет, ладно? А, ладно. Не надо. Он правда не говорил, куда идет. Я только знаю, где он спрятал свои вещи. Вот, вот, координаты, бери. Ок. Ок, так. Знаешь, как найти лесника? Да, это недалеко от старой шахты, за лесом. Стрелок купил у него карту прохода через лес, а без нее там заплутать, расплюнуть. Провести туда сможешь? Да, я запомнил карту. Только в лесу опасно, мутантов много. Справлюсь как-нибудь, пошли. Так, окей. Леха, мне бы, знаешь, в инвентаре забрать свой там, броник и здесь продать кого-нибудь. Думаю, здесь можно будет кому-нибудь продать. Ладно, там что-нибудь придумаем, разберемся. Давай, давай, веди, а то пристрелю. Это, правда, патронов, бляха. Так, наверное, надо это, ёб, то, что там мутант, он говорит, да? Так, стопы. Сейчас челиков здесь еще обыщу. Ничего интересного, бляха, у них нет. Вот, 7 патронов только. Только 7 патронов, ну ладно. Идем, сейчас идем. Завалено, да, взорвалось. Да. Ну да, он, проход завален. Не пройти. А здесь что? Опа, 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 опа. Тихо, погоди-ка. Здесь может что есть? Если что. Одна радиация фонит. Тоже все закрыто, да? Понятно, здесь ничего. Приготовить документы. Че, если я приготовлю документы, то я смогу пройти через завал? Или че? Так, ладно, меня там ждет. Че там махаешь-то? Я тебя пристрелю, если что. Одно резкое движение, и у тебя дротик в лбу. Тихо, погоди, здесь что-то есть. Ладно, пускай. Заныкаю куда-нибудь. Переныкаю. Это он! Вали его! Чё-чё? А, чё? В смысле? Зависло. Так, короче, у меня игра что-то вылетела. Сама по себе. Не могу понять. А что такое? Леха, что за шороки? Уйди! Охренеть! Бляха! Тихо! Стоян! Стоян, бляха! Беги, беги, беги! Ёб ты здесь мертвый! Тут жесть! Тут жесть! Бляха, парни, парни, помогите! Надо какой-то выступ встать! Быстро, 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 быстро. Ёпти мать, быстро, быстро. Та-та-та-та, а-та-та, на камни, на камни. На камни. Я истощен, я истощен. Стоять, бляха. Отвалили, отвалили, бляха. Залезь ты. В смысле? Тишина? Все вроде, да, прекратилось. Нормально. Я, короче, игра вылетела сама по себе. Чуть пусто то все. Так, ладно. Мне вот сюда, да, надо было?
Че тут притормаживает? Че за шорохи, бляха? Тихо. Поднять КПК? Ага, опять. Может закрыть-то? Я хочу обыскать тут все. Так. А нет, вот это я заберу. Бляха, бежит кто-то! Стой! Шорох слышал. Там это сраная, короче, псевдособака. Так ты падла. Она меня подкинула. Херня. Я заберу. Я забрал патроны, нет? Еще бежит, да? Ну-ка. Так, я забрал патроны или нет? Походу дело, да? Все, нахер. Что там было в этом? КПК-то написано было. Все отлично. Так, что там в КПК-то было написано? КПК-КВК. Попавшая экспедиция. На этом КПК находится... Ага, это не то. В этом КПК есть карта рыжего леса, среди прочего. На ней отмечена пространственная аномалия. Судя по всему, последняя может перенести к месту обитания лесника. Вон что, да? Так, найти проход в аномальном. КПК погибшей группы было заметки о пути через рыжий лес. В глубине этого леса находится пространственная аномалия, которая ведет в сторону к старому каперу на опушке. Именно там и живет лесник. Необходимо найти проход к аномалии. Ну, допустим. А что здесь? Ладно, пойдем. Яха. А вот же карта. Аномалия. Хорошо, ладно, побежим как-нибудь. Аккуратненько. Бляха, рыжий лес-то атмосферный. Хорошо, что днем. Ну, что-то тут обосраться, наверное, может. Так, смотри, здесь еще это тайник. Какой-то. А, чуть подальше, да? Здесь где-то вижу. Нихер, пистолет. Нихер он мне нужен. Высить. Просто чтобы не сбивала на карте метка. Тут походу свои. Народ, здорово. Слушаю тебя. Ну что тебе? Мы, понимаешь, лагерь охраняем, враг это недалеко, а ты тут с вопросами. Ну привет. Здорово. Здорово, будь наемник. Удачи тебе к нам. Удачно тебя к нам зона привела. Привет. У нас к тебе дело. Мы, как ты понимаешь, сюда не по грибочке пришли. Рядышком есть аномальная зона. Так там артефакты чуть ли не россыпью лежат. Как туда пройти, я знаю. Только идти надо через лес. А место это, сам знаешь, здорово гиблое. Проведешь нас до места, да там чуть посторожишь. А мы тебе артефакт пожирнее подгоним, согласен? В смысле проведешь? Я сам здесь первый раз, короче. Согласен, пошли. Мне этот лес никогда не нравился. Пойду-ка я по своим делам. Пофиг, давай. Собираемся, шевелись, ну. Ну дайте же вы времени поесть, а? Эх, ведь говорили мне, не ходи в зону. Запарили уже эти тревоги. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Идите вы нахрен, я сам здесь впервой. Ну, артефакт пожирнее, это как бы не лишний. А что нам, через эту штуку? Все правильно, да?
Давай, все, я дорогу знаю. Пошли. Не надо. Огонь по сигналу. Не надо. Вперед, вали их! Проведешь. Я сам здесь первый раз, короче. Согласен. Пошли. Мне этот лес никогда не нравился. Пойду-ка я по своим делам. Пофиг, давай. Собираемся. Шевелись, шевелись, ну. Ну дайте же вы времени поесть, а? Эх, ведь говорили мне, не ходи в зону. Запарили уже эти тревоги. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Идите вы нахрен, я сам здесь впервой. Ну, артефакт пожирнее, это как бы не лишний. А что нам через эту штуку? Все правильно, да? Давай, все, я дорогу знаю, пошли. Не надо. Огонь по сигналу. Не надо. Вперед, вали их! Все, идем. Так, погоди, сюда? Или туда? Не, я знаю дорогу, я знаю дорогу. Идем. Сюда. Правильно. Моя жопа знает, где приключения. Давай сюда. А, здесь тупик. Огонь! По смыслу. Куда огонь? Слушаю тебя. Че слушать? Идем, все, ты не сбивай меня, идем сюда. Блеха! Огонь! Огонь! Ёпти мать, огонь! Смотри! Леха, ни один раз не попал. Ну-ка, парни, вы где? Огонь! Да стукни! Да в смысле? Да как так? Ну ёпти! Да ж в смысле? А! Как так-то? Ну-ка, пистоль. Держись, чувак, держись, я сейчас перезаряжусь. Леха, я сломался. Быстрей. Чувак, я тебе помогал, а ты чё? Фу, отлично. Тихо, ещё немного подождём. Всем спасибо, все свободны. Дурачьё, нас так просто не возьмёшь. Просто они какие-то эти... Давай, мужики. Дротики эти вообще просто как, наверное, как эти... Как пульки, знаешь, эти пластмассовые. Всё, пришли, походу. Так точно. А нет. Пространственная аномалия. А в смысле кого бить? Сюда иди. Вот это всё бьёшь-то. Вот, все, пришел. Ой, ты кто? Бляха! Ой-о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 й
Колобок переросток. Ой, если я снорка не смог замочить, короче, с этого дробаша, то эту хрень точно. Мочи, 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 мочи. Держись, чувак, держись. Ёх, патроны кончились. Стой. Держись, чувак. Да в смысле? Сколько у тебя патронов-то надо, ёпти? Так, разбежались, короче. Граната. Внимание. Внимание. Анекдот. Где-то далеко. Чувак, держись. А, там граната. Яха. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Херня все, херня все. Бляха. Как этого дебила замочить? Ты где? Да в смысле? Достал. Фу, аллилуйя, бляха. Есть тут живой-то? Остался? Всех всех порешали, бляха.
Спасибо, мужик. Загляни на нашу базу. Там тебе награда достойная найдется. Это долг? Погоди, долг, да, база? Долговская? Ну, теперь мы им всыплем. В смысле? Кому? Все, ты один, да? Ты где вообще? Так, тебя я смотрел. Где-то еще лежит, да, трупешник? Так. Раз. Два. Так, а что у него за... Винтарь. Вот это да. Вот это хорошая штука. Патронов мало. Огонь, огонь! Кого? Кого? Так, ладно, друзья, у меня видос, короче, подошел к концу. Вот, мы... Тихо. Собаки. Собаки приперлись. И еще одна. Леха, тут не одна. Ну-ка, чувак. Воу-воу-воу-воу-воу! Не так резко-то. Ты, конечно, молодец, но... Не так резко. Леха, еще бегут! Да? Ёпти мать, сколько вас тут? Я все патроны, короче, истратил вообще, вообще все. Чувак. Сможешь сам? Подождем еще. Все? Все отлично. Можно передохнуть маленько. Так, друзья, у меня, короче, видос подошел к концу. Вот, продолжим в следующей серии. Тут что-то какие-то в этой аномалии надо будет проверить артефакты. Возможно, будут интересные штуки, как тут сказали. Их там пруд-пруди. Вот, и дальше отправимся уже искать пространственную аномалию. Окей. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.